Здравствуйте, с вами технический обзор от лаборатории «Астроскоп» и я, Руслан Зоркий. Последнее время широкую популярность получили цифровые микроскопы. На витринах интернет-магазинов можно найти десятки моделей, но среди них до недавних пор не было ни одной мобильной версии устройства для эксплуатации в полевых условиях. Итак, встречайте новинку. Ручной цифровой микроскоп Sigetta Hand View с увеличением от 20 до 200 крат, встроенной 5-мегапиксельной камерой и возможностью подключения к персональному компьютеру. Микроскоп поставляется в красочной прямоугольной коробке внутри полипропиленовой формы. Прибор комплектуется подставкой, литий-ионным аккумулятором, USB и TV-кабелем, шнурком для ношения на запястье, чехлом, диском с программным обеспечением и инструкцией. Корпус устройства выполнен из черного soft-touch пластика. Следов от прикосновений не остается. С правой стороны на корпусе находится отсек для установки аккумулятора. С левой стороны мы видим 3-дюймовый TFT-дисплей. Угол поворота дисплея от 0 до 90 градусов в обе стороны. В нижнем левом углу дисплея под черной окантовкой спрятан маленький магнитик, который необходим для срабатывания датчика Холла. Датчик Холла определяет, когда пользователь закрывает дисплей, а значит устройство необходимо выключить. Под дисплеем скрываются динамик, микрофон, кнопка питания и кнопки доступа в меню. На торце располагается разъем для установки мини-подставки, слот microSD-карты, ТВ и USB-разъемы, разъем питания, рычажок зума и кнопка для быстрого создания фото. На круглой части корпуса находится маховичок регулировки яркости подсветки и барабан смены кратности. Заглянув вовнутрь оптической части прибора, мы видим 8 мощных светодиодов, расположенных вокруг объектива. Хорошо видно, что объектив не однолинзовый. На фронтальную линзу нанесены просветляющие покрытия фиолетового оттенка. Вращая барабан смены кратности, объектив прячется в корпус устройства или, наоборот, выезжает обратно. Подножка, идущая в комплекте с устройством, выполнена из металла. Очень устойчивая, хорошо фиксирует прибор и позволяет повернуть его на любой угол. Включим микроскоп и посмотрим, на что он способен. Открыв дисплей, микроскоп загружается несколько секунд, и мы практически сразу видим изображение. На минимальном увеличении поле зрения составляет 15 мм, на максимальном — 1 мм. Заявленная производителем кратность соответствует действительности. Перед тестированием прибора на наборе образцов давайте пройдемся по его меню. Нажимаем кнопку с изображением ключика. В меню мы видим две вкладки. В первой вкладке можно настроить разрешение, выставить таймер для съемки, отрегулировать яркость и резкость. Во второй вкладке собраны системные настройки. Вы можете выбрать язык, задать время автовыключения, настроить частоту обновления дисплея и прочее. Установив русский язык, мы вернулись из меню в режим Live View для тестирования картинки. Для большей наглядности микроскоп подключили к персональному компьютеру. Рассматривать изображение на дисплее значительно удобнее. Оптический прибор позволяет создавать фото и видео с максимальным разрешением 640 на 480 пикселей. На изображении присутствует ряд искажений, маленькая глубина резкости. Нет естественной цветопередачи, в основном преобладают холодные оттенки. Тем не менее, в целом изображению можно дать положительную оценку. Наблюдаемые объекты хорошо освещены, поверхности достаточно детализированы. Sigetta Hand View можно смело назвать лучшим на сегодняшний день портативным цифровым микроскопом. Качественная сборка, просветленная оптика, мощная подсветка. Прибор получает оценку 8 баллов из 10 возможных. Два минуса микроскоп заработал за относительно невысокое разрешение и скудный функционал комплектного программного обеспечения.
С вами был технический обзор от лаборатории Астроскоп. До скорой встречи в нашем магазине.